Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. И для любителей криптовалюты у меня кран, называется CoinMonster, который раздает криптомонеты. Значит, ZRX, XLM и USDT. Вот такую криптовалюту. Значит, вот этих две криптовалюты, первых две, я брала на бирже LiveCoin. Вот сюда нажимаете балансы, вам и ищете криптомонетку. Потом нажимаете пополнение, вам выдаст адрес. Как бы так. А вот эту криптомонету USDT я брала на бирже Exmo. Вот она. Также нажимаете пополнить, и вам сгенерируется адрес. Так. Значит, по поводу регистрации. Регистрировался я по одному там человеку. Ничего не понять. Не рассказано ничего. Слушайте. Значит, посередине вот этой XLM регистрироваться не надо. Они как бы, регистрация на все монеты одна. Нажимаете на первую вот эту монетку. Далее регистр нов. И у вас выпадает как бы окно. Сюда вписываете адрес. Далее никнейм. Сюда действующий email адрес. Так, нажимаете «Я не робот», «Регистр». Далее у вас появится окошко такое маленькое. Там будут ваши регистрационные данные. Вход по имейлу. И вам в этом окошке будет ваш пароль для входа. Обязательно его сохранить. Там очень много всяких букв, цифр. Не понять, что, короче. Его нужно сохранить, как бы, да, чтобы не потерять, чтобы зайти. И далее попадаем. Это я с другого браузера. Мы уже зарегистрированы. Сбор монет каждые 15 минут. Меня заинтересовала вот эта вот монетка. Далее что? Идете, вот здесь у вас будет как бы ваш никнейм. Нажимаете на него. Я вот одну монетку собрала. Как бы вот эту ZRX. Но меня вот заинтересовало вот это. Вот мне дали 0.8 монет. Значит, по поводу вывода. Минимальный вывод вот этой монеты ZRX 1.8 монеток. XLM, вот этот меня Stellar заинтересовал, я буду его собирать. 1,5 монетки. И вот этой USDT 10 монет. Минимальный как бы порог выплат. Когда будет минималка, сюда нажимаем Windrav и будем выводить. Так, далее опускаемся чуть ниже. Вот у меня уже был при регистрации прописан вот этот номер кошелька. Stellar, вот. Значит, у вас будет номер кошелька, если кто будет собирать. Плюс там будет еще пониже Nemo, вот этот короткий адрес. Значит, прописываете сначала вот этот длинный номер, ставите тире, и далее вот этот короткий адрес. Вот здесь все как бы раз описано. Надеюсь, я правильно вставила. И, ну и вот этот адрес я как бы тоже вставила. Вот последнюю USDT я все как бы заполнила. Далее, здесь вот наша как бы статистика. И опускаемся ниже чуть-чуть. Наша партнерская ссылочка находится. Так. И теперь перейдем к сбору криптомонет. Нажимаем Home. И вот меня вот как заинтересовала вот эта монетка. Нажимаю XLM. По нулям раз в 15 минут. Нажимаю Claim. Get Reward.
перебрасывают на такую страничку. Идет отсчет времени. Подождем. Вот она, Stellar. Монетка эта. Нажимаем «Я не робот». И сюда вот Next Step нажимаем. Все, пошел отсчет времени. Так. Так. И сколько мне начислили монеток? А вот Ю. Вот монеток мне начислили. Вот такое количество монет мне начислили. Вот такой вот кран. Кому интересно, пользуйтесь. Ну, здесь по вкладочкам уже сами погуляете. Я думаю, что кран этот платит, потому что я искала информацию на Ютубе. Много есть видео, но все-все на иностранном языке. На русском языке ни одного видео. Ну, в принципе, раз 15 минут, может, кого заинтересует. Я так люблю различные криптомонеты, я их собираю. На этом все. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.